До весенней генеральной уборки в Самаре еще 2 недели, а в Ленинском районе уже кипит работа. На улицах и во дворах ежедневно трудится более 100 человек. Привести район в надлежащий вид – только часть запланированных работ. Также необходимо произвести ремонт проблемных объектов. Наметили определенный план работ по ремонту цокольных частей фасадов. Это касается управляющих компаний. Также будут ремонтироваться водосточные трубы, контейнерные площадки будут приводиться к ремонту. Каждая бригада дворников в день убирает до 4000 квадратных метров территории. Общий объем работ может составлять 12 тысяч. Это более 100 дворов Ленинского района. Чтобы уложиться в график, на уборку выходят 2 раза в сутки. Начали работать бригады по ворошению снега, которые мы распределили на 4 бригады. Вот бригада работает на Шанхае, бригада на Чапайка-180, и бригада Владимирской 7 и Аксакова-23. Справляемся со всем объемом работ, который мы запланировали, например, на день, мы его выполняем. За состоянием дорог и тротуаров следят не менее тщательно. Рабочие трудятся в круглосуточном режиме. Главная задача – освободить город от снега и льда. В дневное время занимаемся ворошением снега, удалением наледи с тротуаров. В ночное время происходит вывоз снега на полигоны. Ну и также снятие наледи с тротуаров. Также занимаемся очисткой урн, сбором постороннего мусора с тротуаров. В Ленинском районе в сутки вывозят 1500–2000 тонн снега. Для этого задействуют порядка 40 машин спецтехники, каждая из которых делает в ночь до 15 рейсов. В апрельской генеральной уборке готовы принять участие и горожане. Мы сами уберем и потом будем думать на самом деле, понимаете, что в следующий раз не бросим ни бутылки, ни бумажки и так далее. Нужно обязательно, чтобы чистота была, порядок, все. Это поможет сделать город чище, и детям будет приятнее, и самим будет приятнее ходить и находиться, время проводить. Чистота в Ленинском районе под строгим контролем. Ежедневно представители местной администрации ездят по улицам с проверками. Претензии к рабочим еще есть, но грядущая генеральная уборка поможет быстрее справиться с мусором и снегом. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов, «События».